Всем привет. Троекуровское кладбище, захоронение. Мансуров Фуат Шакирович. 1928 год рождения, 2010 год смерти. Вот как оно выглядит на сегодняшний день. Если хотите посмотреть полное видео с Троекуровского кладбища и других центральных кладбищ, в том числе кладбища знаменитостей и захоронения знаменитостей, переходите на YouTube-канал «Против лома» и подписывайтесь. Увидимся, всем пока.